что, ребята, всем привет. Время 5.11. Уточки летят. Друзья, утки мерено-немерено. Вообще до хрена, короче. 5 километров смог на велике проехать. Остальные, 6. Придется пешком идти. Глина пиздец, мне вообще все колеса забивает. Извиняюсь за мат. Плохо ехать, Утки вообще всякой. И трескунки всякие, и трикоши, и широконоски, и шелохвосты, гоголя, блин, северные какие-то гуси, блин, летают, садятся, блин. Но на этом озере я не буду стрелять. Так как далеко, доставать не с чего, я сейчас иду в залив, друзья, там, где у меня скородок стоит. Вот. С мелких луж много уток взлетает, но я как бы не успеваю стрельнуть. Кусты, да я сильно-то и не старался прицеливаться-то. Так что вот. Рюкзачок у меня 8-9 кг весит. Плюс волына. Волыну пришлось достать мне из чехла. Тащу так, Удобно прямо это. В чехле неудобнее нести. Вот, друзья. Чаечки летают. Утки вон вообще все. Уже 2 выстрела кто-то сделал. Вот. Косачи, атаковали. Я не знал, ребята, что можно было на весну на ток брать. Я спрашивал у егерей. Они мне сказали, мы не даем. А у нас, есть охотобщество городское. И есть, вот этот вот единый государственный охотничий билет. Вот эта вот фигня, вот эти выдают на косачей, А мне никто не сказал. Так что можно было бы сейчас даже и косача стрелять. Ну нифига. Ладно, все, друзья. Отчет с места будет. Давайте. Утка у нас под этим кустом. А вот палка. Сухая там кусты. С той стороны, Вон сухая береза стоит. А там вон еще кусты начинаются. Ну что, друзья, доброе утро. Как говорится, сегодня открытие. 25 апреля. Пошел, в 4 часа, видео снимал на телефон. У меня беда, друзья. 2 утки профукал. Одну, черка не смог достать. В речке остался, в такой, в заводе, где камыш. Лодку надо, нужно, Я, хотел на матрасе заплыть, нихера не заплыл. Потом пришел, хлопнул еще со скоротка крикоша. Скородок у меня, весь раздуло. Крикаш у меня вон в том кусту лежит, отсюда он 70 метров. Его унесло туда, он еще под ранком был. Потом, прилетел еще черочек, я его хлопно финингом достал, вот он, вот черочек. И такой же самый черок у меня лежит там, в этом, в речке. И вот сейчас, еще четвертую, широконоску. Ну, можно сказать, 2 утки у меня есть, но тех я надеюсь достать. Мне нужно каким-то образом где-то лодочку взять, легенькую. И вот с этой лодочкой мне нужно замутить вот этих вот уток, друзья. Не знаю как, но надо друзьяшки. Наверное, надо мне дядьку уговаривать, чтобы он мне дал лодку одноместку. У него есть вообще, она легкая, она 5 кг весит. И вот на ней бы я смог, ребятки, всех уточек достать. Не знаю, Но вот эта широконоска вообще такая красивенькая, смотрите. Нос такой, ой. Вот, друзья, смотрите. Вот. Широконоска. Сейчас поставим, камеру. И чтоб у нас было память. Офигенная. Друзья. Сделаем скриншот. Радость. Вообще неимоверное, друзья. Выстрелы со всех сторон. Смотрите, по сравнению с черком у широконоски какой носик. Смотрите, видите? Вот. Так что все окей, друзья. Открытие удалось. 2 утки домой уже пойдет. Красивенькая уточка. Но она меньше, чем крикаш, друзья. Ну, приятно, когда необыкновенная утка. И это. Она у тебя уже есть. Вот, друзьяшки. Положим их сюда, вот так.
Достаю, конечно же, я вот этим спиннингом. Короче, сделал такой якорь. Но вот этот якорь, походу, мне надо разгибать. Я его уже разогнул, короче, и достаю так. Потому что очень много мудореза и рязки достается. Вот. Контрантаж он. Самка широконоски прилетела. Друзья, а я сюда подошел, тут столько шилохвостов было, гоголей, короче, широконоски. Крикоши, короче, черти полетели. Вот тут вообще затемно надо было быть, друзья. Ладно, все, давайте, удачи, до следующих отчетов. Стрелять не буду со ствола, снимать, наверное, не буду. Друзья, из недостаток у меня черок и крикаш. Из достаток широконоска, черок и еще один черок. И вот сейчас еще одного черка забил. По факту четвертого черка и широконоска. Итог у меня уже получается 6 уток, добытых сегодня. Время у нас 7:54. Начал примерно с 6 охотиться нормально. Так, друзья, ладно, продолжаем охоту. Ставим лайки, подписываемся на канал. Друзья, скажу вам одно. Лебеди вообще не боятся выстрелов. У меня, видите, рука в крови. Прикошили-то. Шпарят. Но суть-то в чем? Сейчас маню, короче. Два крикоша прилетели. Плюх. Сели, короче, дальше, чем тот у меня лежит, короче. Ага, ладно, маню. Дальше хуякс один взлетает. Пошел туда, короче. Ага. Второй туда же и круг дает, короче. И надо мной вот так вот хуярит, короче, сюда. Я его вот так вот сюда. Пах, нахуй, блёд, метров 15, наверное. И, короче, вот он. На берегу. Ребятки. Хороший крикаш. Вот крикаш, нормальный. По факту это у меня уже 7-я утка, а на берегу у меня получается 5-я. Так что, друзья, давайте ждем дальнейших отчетов. Болотники я набрал себе, короче. Сейчас у меня ноги мокрые. Все колени, короче, сырые. Заболею, походу, друзья. А вот мои три черка и широконоска. И вот где лебедь, видите, вот он. Вот. Чуть-чуть дальше кустик есть. В нем, короче, крикаш такой же самый застрял. Селезень. Ну все, друзья, давайте. Удачи. Ну что, друзья, вторая широконоска взята. Смотрите, какой у нее глазик. Замечательный. Носик. Вот такой. Вот они, два клюва. По факту это у нас уже 8-я утка. Но у меня здесь получается 6-я. Так как я 2 не смог достать, ребятки. Вот. Прилетел он с самочкой. Я отманил его. Он ко мне отплыл от нее, от самки. А сидели прям вообще упор. Отплыл от нее метров на 10. Ко мне подплыл метров на 20 примерно. Может, на 15 я по нему хлоп. С четверочки, короче. Нормально положил. Только сапоги снял, болотники. Думал, сейчас горелка стелька подсушить. Носки-то я взял. Телечки подсушить маленечко, чтобы нога маленько теплее была. Пришлось опять одевать после выстрела. Стрелял без сапог. Ладно, все, удачи. Ну что, друзья, по факту добыл 9-ю утку. В этот раз у нас гоголь. Видите, у него вот такие прекрасные желтые глаза. У широконоски у нас вот такие глазки. У крикоша у нас вот такой глаз. А у черка у нас вот такой глаз. Ой. Короче, замерз уже, блин, ребята. Одну стельку подсушил, но, блин, нифига, у меня прям штаны мокрые. Смотрите, с носков сколько воды течет. Я уже, короче, уже его отжимал носок. Так что давайте сейчас я для вас выложу уточек в один ряд и видео сниму. Вы же любите мой канал, у вас у меня 770. Ну все, давайте. Ну что, друзья, вот они, уточки. 2 широконоски. 3 черка, гоголь и крикаш. Вот.
один крикаш у меня там плавает, короче. В кустах. Вон там. Буду надеяться, что вот сейчас ветер оттуда идет, чтоб он усилился бы и его сюда вынесет. Вот ворона полетела, их вообще можно без ограничений стрелять. Так что, друзья, не знаю, получится нам достать этого крикаша или нет. Черка тут точно не получится. Его ветром оттуда его не вынесет. Но он никуда не денется, друзья. Ну и в принципе и этот крикаш здесь никуда не денется. Его тут прибьет как-нибудь. Только вот мне надо его достать, чтобы он не испортился. Сейчас посмотрим, точно. Он там. Или его уже дальше отнесло. Нет, там он лежит. Стопудово это он. Да, вон он лежит. Лежит крикаш. В том году я тоже примерно здесь же. Не, маленько дальше. В другом месте. Ага. Вон он запутался. Зараза, блядь. Ну, вот так вот мой скрадок выглядит издалека. Вот. Короче, сюда. Классная посадка вообще вот сюда вот. Вот сюда вот вообще посадка классная. Как раз чуть-чуть дальше скрадка, вон к тому кусту. Вот куст. И манить начинаю, они ко мне сюда плывут. Ну, а крикаш у меня вон. Блин, хоть ты плод сделай, да плыви. Друзья, добыл еще одного черка. Вот. Получается их 4. За сегодня получается 5 добыто. Один не достается. Вот. Уже получается у нас 8 уток и 10 по факту. Вот такие вот дела, друзья. Быстро достал. Ну что, друзья, время 12:15. Последний раз, наверное, часа 2.5 назад черка добыл. Но по времени видно будет вот назад сколько. Черочек был добыт. Сейчас, короче, ну когда я сапоги сушил там туда-сюда, я это не снимал, наверное, дело. Пришел, манить начал, два крикаша прилетело. Они через меня, короче, через скрадок пошли, я, короче, раз, щелкнул. Потом я на спину лег, вдогонку еще два щелкнул, ушли. Не было никого, опять манить, маним, короче, хуяк, еще крикаш прилетел. И вот он начинает, короче, с озера. То туда улетит. То туда. Наверное, раз 10, короче, так было. И это, сядет с одной стороны, я маню, он какой-то шуганный, опять перелетит в ту сторону, сядет, возле скоротка не садится вообще, видать, его долбили сильно, он уже боится этого. Вот такие вот дела, короче, сижу, ветерок поднимается, небольшой такой, ну да, вот, хотелось бы мне, чтобы ветром выгнало того крикаша, чтобы он не пропал. Ну и между делом, короче, я сижу, короче, вот, кашку варю. Вот. На таком вот. Как он называется? Тагане или как? Таганок, горелочка. А кашка у меня, короче, геркулесик. Я люблю геркулес. Сейчас сольки туда, греночки у меня есть. Сахатинка есть у меня, копченая с собой. Сейчас я подсолю это все дело. Покушаю, друзья. Вот такую вот миску я сделал. Она, самое главное, что легкая. Кружку чая в ней можно накипятить быстро. И сварить вот так по-быстренькому, без палева, короче. Ну, чтобы зверь не видел. И не пригорает тут ничего. И нормально, короче, выходит все, друзья. Ладненько, до следующего отчета. Ну что, ребятушки, уточек так и нет. Не летают. Это по факту 11-е. По счету в рюкзаке 9-й. 5-й черок получается на земле. 6-й в воде. 2 широконоски, 1 гоголь и 1 крикаш.
Вот, ребята. Ну, короче, чё? Сижу. После того, как я кашку ел, сюда ко мне больше никто не прилетал. Решил сходить в ту сторону, прям километр, наверное, вдоль берега. Прошелся, крикошей поднял, крахалей поднял, широконоску поднял, шилохвостов поднял, блин, черков моря поднял. И все, короче, по одному крикошу в лед 3 раза стрельнул. Ну, нифига, что-то я не попал, блин, далековато было. Как-то так, ребятки, вот сейчас пришел, согрел себе тарелочку чая, залил ее в термос. Сейчас еще одну согрею, ну, чтобы побольше было. И чтобы потом ближе к вечеру нормально, чтобы сидеть и не дергаться. Куличок прилетел. И это. И вот так вот сейчас сижу, маню, короче, хобана. Смотрю на той стороне озера, короче, черок сидит. И это. Сильнее манить его стал, он, короче, хопс ко мне подлетает, прям такой сел метров за 10, за 15. Я по нему шлеп, есть, короче, с одного раза. Вот, финингом достал его, короче. Ну все, друзья, давайте, отбой, ждите дальнейшего отчета от Fisherman Hunter. Кому нравится, ставьте лайк, оставляйте комментарии, делитесь видосом. Вот, а также делитесь своими мнениями о своих открытиях охоты. Пишите это в комментариях, друзья. Всем пока. Ну что, друзья, после вот этого черка сижу, маню, короче. Вот так лежу на матрасике на этом. Хобана, крикаш, короче, начал крутить. Там. Туда, потом вот так в это окно идет. Вот так идет над моим шалашом. Я вот так разворачиваюсь, короче, в лед ему хлопно. И он, короче, он туда, в болотце упал. Вот он. Достал я его. Шея задрана была. Короче, хорошо, я ему куда-то попал. В глаз вот, по-моему. Нет, не в глаз. Ну, короче, крыло я ему перебил. И вот в грудинку я ему попал. Четко. Друзья, видите? Классно я ему попал. Как бы это нормально. По факту это у меня уже 3-й крикаш, а 2-й в рюкзак. 2-й в рюкзак уже. Итог, у меня уже 12-я утка за сегодня. По факту 12. И 10 домой понесу. Как-то так, друзья. Продолжаем охотиться. Отводить свою душу. Все, друзья, 13-я уточка по факту. Черочек, короче. Пришлось 2 раза по ней стрельнуть. Короче, подлетело метров, наверное, на 5. Ну, может, на 7. Я по ней стрельнул с 4-ки. Контейнерная, короче. Ну и все. Сразу же еще 2 сразу ко мне ходом шли. Ходом прошли 2 штуки. Я выхожу, смотрю это. А, я сижу еще в скоротке. Эта уточка, короче, плывет такая. Ну, видно, что бодрая. У нее прямо это просто крылышко перебито. Ну и все. Я потом вышел. А, она нырнула, я вышел, она, смотрю, поплыла такая в сторону кочки. Я думаю, короче, чтобы глубоко не уплывала, сразу же шлеп и спиннингом достал. Метров, наверное, за 10 уже отплыла от берега. Вот, все. Вот так вот, в голову я сейчас попал. А первый раз я ей, короче, крылышко сломал, вот это вот. Она у нее завернута была вот так. Вот такие, друзья, дела. Это у нас, по-моему, 6-й черок в рюкзаке. Один отдыхает в болоте. Там у нас, короче, тучки такие собираются, друзья. Ну как тучки. Облака прям такие. Ну, можно сказать, что снежные, блин. Темные какие-то облачка. Вот. Крикаш мой там так и лежит. А один черок вон там в болоте, короче, он туда далеко, он там за лесом, короче, метров 300 отсюда, вот, на ту сторону. Болотинка там есть. Ну вот, как-то 13-я утка. Несчастливое число. Надо еще добывать, друзья. Все, давайте. Ждем следующего включения. Ну что, короче, друзья. Блин. Получилось так. Одним выстрелом, короче, 2 черков.
Ну и чё, и ветер поднялся, и дождь пошел, но это сильнее еще было. Их ветром на ту сторону погнало. Крикаж у меня получается вот в этом кусту. Вот в большом. Чирок у меня вот в этом, в маленьком. А второй чирок, короче, унесло его куда-то на ту сторону аж. Непонятно, где он. Не знаю, найду я их завтра, нет. Короче, в воде у меня получается, вон крикаш идет. Нет, чирочек идет. Чирочек идет. Нет, крикаш. Ребятки, 6 чирков, 2 широконоски, 2 крикаша, 1 гоголь. 2 черка там плавает, 1 там плавает и крикаш здесь плавает. Итог. 4 утки плавает. Угу. 6 домой. 6, 11 домой. Итог 15 уток.